Одне з надбань незалежної України, принаймні останніх двох років її існування відкриті дані. Громадяни отримали доступ до реєстрів, можуть оцінити статки посадовців і депутатів, дізнатися, скільки грошей із бюджету пішло на ремонти доріг, організацію свят або шкільне харчування. Нова інформація викликає різні емоції, аж до шоку. Але хто і як відкриває для нас ці дані і як пересвідчитися, що вони чисті і чесні? У нашей студии один из основателей IT-компании 908, разработчик программы Open Data Bot, Алексей Иванкин. Добрый вечер нашему гостю. Добрый день. Давайте сначала, чем занимается платформа, да, как мы с вами выяснили, платформа Open Data Bot. Да, то есть действительно два года назад был принят очень прогрессивный закон о, о, об открытых данных и также о доступе к публичной информации. И, соответственно, самый простой пример, что такое публичная информация, это вот в Украине 4 миллиона частных предпринимателей. И если ваш домашний адрес – это персональная информация, то домаш... место регистрации или домашний адрес частного предпринимателя – это публичная информация. Соответственно, в публичном доступе находятся 4 миллиона адресов домашних украинских граждан. И, ну, там 2 миллиона э, из них активные предприниматели, а 2 миллиона уже закрылось. Вот, и, соответственно, э, просто так, это просто публичная информация, ее можно посмотреть. Но если эту информацию предоставить в электронном виде э, для анализа, то э, компании вроде нашей могут сказать, странно, а вот в Харькове есть квартира, где 17 предпринимателей живет. То есть разрозненную эту информацию проанализировать невозможно, но когда она предоставляется в виде электронных данных, которые можно проанализировать, она дает возможность принимать какие-то решения. Или, например, в Киеве есть офисный центр в одном из офисов, из которых зарегистрировано 1236 компаний. То есть, таким образом, фактически открытые данные – это та персональная информация, которая, согласно закону, она открыта и мы благодаря тем что эти данные выкладывает государство в электронном виде мы можем их анализировать и соответственно помогать бизнесу помогать юристам делать их ежедневную работу. когда мы вы, начали вы эти... говорите мы анализировать вы это да ваша, вся команда ваша Open команда. Data -bota. Угу. и когда мы начали это делать мы поняли что у нас появляется опыт работы с этими открытыми данными. И сейчас мы видим нашу задачу не только в том, чтобы мы строили какие-то программные продукты, которыми там, приложения, чат-боты и прочее, которыми пользуются люди, а тем, чтобы мы помогали открывать эти данные. То есть с тем, чтобы мы объясняли каждому министерству, почему им выгодно фактически выгодно, почему им выгодно открывать эти данные в каком формате их лучше всего делать, какие важные вещи нужно учитывать, и потом знакомить все украинское сообщество разработчиков с этими данными. То есть фактически мы как бы сейчас многие данные, которые идут через нас, мы отправляем дальше в другие программные продукты, чтобы люди уже на базе нашей платформы строили эти сервисы, а мы уже занимаемся обработкой, анализом, очисткой этих данных и их валидацией, потому что иногда, да, данные не очень чистые. Приходят, но это не проблема, это во всем мире. Так. А вы сказали министерствам и там ведомствам, да, им выгодно открывать данные. Но ну, мне кажется, что это не так. Мне кажется, что выгодно это когда скрывать нечего, ну, да. Когда, с одной стороны, да, сказать... есть серый рынок. Это когда это же публичная информация, которая не выкладывается на порталах открытых данных, она продается. Есть черный рынок, когда просто продается персональная информация. То есть эти все базы данных спокойно до сих пор, к сожалению, продают и так дальше. И да, мы безусловно с одной стороны боремся с, с, этого, с этим, но нам как бы борьба это там, не самое интересное. Интересно это то, чтобы министерство понимало, что... Его данные на самом деле представляют ценность, а его данные начнут представлять ценность не тогда, когда она их раз выложит где-то на каком-то сайте, сделает пресс-релиз, запишет у вас, например, в студии какой-нибудь mm -hmm. там э, программы и все про это забудет, а когда они еженедельно начнут обновлять эти данных и когда какие-то разработчики поймут, что они э, могут это использовать и дадут этот продукт людям, и когда... Десятки там, тысяч людей начнут использовать этот продукт. И они будут, ну, это фактически будет продукт, в ну, котором это министерство это же, участвует. Это же ломает систему, как у нас принято было. Да? Все, все закодированы, никто ничего не знает, никто даже не знает, куда позвонить и обратиться и где спросить. А, а тут вдруг систему, вы и ну, все открыто. Да? Какой -то мне вот, кажется, что. Это же там коррупцию можно как-то скрывать, в конце концов. Да, я, я, да скажу... Это все скрывать, но открытие данных дает больше плюсов всем на самом деле. Это по-хорошему. По ну, я понимаю. И, и это. министерство начинает рассказывать обществу не своими пресс-релизами, а реальными данными, что какая эффект, какая эффективность его работы и что происходит. Вот, опять же, журналисты пришли, увидели, так не работают же, да? Данные предоставили, а они вот левые какие-то, да, не работают. Ну, мне и кажется, что? Что? что позитивная мотивация в открытых данных она скоро будет более важна, чем негативно. А есть уже реакция, вот там, министерств, например? Да, мы видим, получить? что мы часто очень пишем обращения, объясняем и так дальше. Да, мы видим, как данные становятся лучше, данные становятся чище. Но, может быть, это не так быстро, как хотелось бы нам, но мы это видим, и мы пытаемся в этом процессе участвовать именно с позитивной стороны, потому угу. что нам важно, чтобы эти данные как только эти данные начнут использовать, сразу возникнет вопрос о том, что эти данные нужно обновлять. Как только эти данные обновлять, их нужно уже будет чуть-чуть и чище делать. Поэтому это все равно должна быть вин-вин ситуация. Uh -huh. Невозможно, кого-то заставлять в Украине выполнять закон. А действительно, по закону и постановлению Кабмина распорядники, то есть распорядители информации, должны размещать эту информацию и обновлять ее. Uh -huh. Но если, например, нет еще этой информации в законе, почему бы там министерством или ведомствам самим не идти навстречу и размещать эту информацию? Ну, то есть, ну, там, ну вот обычный пример. Как, как используются открытые данные э, во всем мире? Берется информация об угонах автомобилей по городу Лондону, строится тепловая карта и говорится, что, ребят, вот просто не паркуйтесь на ночь вот в этом районе. Ну, плохой Тут р... воруют, да? Да, там... что-то вот mm -hmm. здесь не то, да, возможно, там э, плохая освещенность, плохие камеры стоят. Ну, вот, вот такая вот есть проблема. Есть такая статистика. Все, люди да, получают вот, эту информацию дальше вплоть до того, что... Это, может быть, вам не нужно даже иметь какое-то еще отдельное приложение, которое он говорит, что здесь плохо парковаться. Возможно, у вас просто навигатор за счет вот этой вот интеграции, которую вот мы всегда строим, чтобы нашу информацию можно было дальше использовать. Mm -hmm. есть, возможно, ваш просто навигатор скажет, что зря ты здесь припарковался. Давай, вот мы все-таки проедем еще 500 ну да, метров, место, и да. да, здесь будет светло. То есть вот, это уже если вашу информацию, например, вашу, да? Это да вот, если бы, например, Возьмут уже разработчики там да, других? Да, вот если бы МВС доступ... выложила бы стан там полностью с геоинформацией про преступность в Украине, то уже можно было строить такие программные продукты, и они, мне кажется, они ничего бы плохого про МВС uh -huh. не, не сказали бы, наоборот бы они дали людям какую-то возможность использовать эти данные. Хороший пример. А давайте в названии вашем Open Data Bot есть слово «бот». Это обозначает что? Что-то делается автоматически, да, без участия uh -huh. человека? Да, есть как бы два, два вещи. Это, первое, это то, что мы собеседник вашим любимым системе, с которой вы обменяетесь сообщениями, то есть, ну, все их называют мессенджеры, мессенджеры да, по-русски угу. по, по это, скорее всего, там, система Ча? обмена сообщениями, да, Какой? то есть, и у вас есть разные собеседники, то есть, там есть мама, там есть э, ваши коллеги по работе, там есть друзья, и там есть мы, соответственно, вы нам можете э, задать вопрос, отправить код компании, и мы скажем, всю информацию, которую мы собрали на данный момент по этой компании. Мы расскажем, что вы собираетесь с ней работать, но у нее есть налоговый долг. Uh -huh. Это может быть проблема, если вы э, собираетесь с ней работать. Вы хотите с ней, опять же, в этой, эта, эта компания зарегистрирована там еще с 500 компаниями по одному адресу. Это значит, что налоговый к вам однозначно будут вопросы. И есть там до 20-25 факторов, которые мы по каждой компании отслеживаем, и в один момент вам сразу все это отдаем. Понятное дело, что э, за, скажем так, за под капотом это ежедневная работа там серверов, э, алгоритмов, которые анализируют mm -hmm. данные, собирают их. Но важно, что, что мы как можно быстрее даем вам эту информацию, и дальше наступает такой момент, когда вам уже важно знать про изменения э, этой информации. То есть, когда это, например, ваша компания, и вам важно знать, что в ней не меняются собственники, то есть не, вашу компанию не крадут. Mm -hmm. Или это компания, там, у которой вы э, покупаете какие-то услуги или э, товары, и вы, вам вообще-то важно знать, что у нее там с ее свидетельством НДС с ее статусом, плательщик НДС, все угу. хорошо. Это бесплатный сервис? Да, базовая версия бесплатна, все возможности доступны. Единственное, когда нужно уже ежедневно что-то контролировать, и собственников, например, то мы уже угу. там, предлагаем более профессиональный аккаунт, но он действительно нужен уже людям, которые работают с этим профессионально. То есть если юрист, у которого там в обслуживании... 3, 4, 5 компаний, э, если ему нужно вот, формально полностью относиться к, своему, к своей работе, то ему нужно просто полчаса в день, чтобы проверить все необходимые реестры. Мы за него mm -hmm. это все делаем, и, и, за, и делаем это за 10 его компаний. Mm -hmm. Соответственно. Он экономит я, это я, время. я не могу не спросить, для чего это нужно вам, для чего вы э, вот этот бизнес э, запустили. Для вас это бизнес, ведь правильно. Mm -hmm. да? Да, я понимаю, что на этом, Для нас... Там, э, есть заработок. Э, э, Почему для нас это не начиналось как бизнес, для нас это было понимание того, что время очень важно в некоторых ситуациях, которые связаны с рейдерскими атаками. И когда нам через неделю позвонили и сказали, что мы уже не учредители своей компании и мой партнер не директор нашей компании, то пока мы пошли Вас в милицию. Компания да, ну наши доли, mm -hmm. то есть мы были mm -hmm. соучредителями, но пока мы э, пытались пойти в правоохранительные органы и организовать э, все эти процессы, связанные с возвратом нам наших долей э, из компании, успели вывести активы и ту неделю, пока мы это ждали, она безусловно была, пока мы не знали о том, что мы уже не учредители, безусловно, это э, время, которое можно было более эффективно потратить и заблокировать вывод актива скажем так соответственно как только год назад минюст выложил первый скажем так объем данных про украинские компании мы решили так что если они через неделю выложат вторую данную, объем данных то мы сможем сравнить эти два массива и понять что изменилось как угу. только мы поймем, что изменилось, мы сможем уведомить те компании, за которыми люди следят, и сказать, что, ребята, у вас директор изменился. Это, это хорошо, что он изменился угу. в государственных записях. Это еще и средство защиты, да? Да, это средство контроля всех ваших активов. Угу. Вот. И после этого это вызвало очень… Во-первых, мы это сделали в системе, в, систем... в мессенджерах, в системах обменных сообщениями. И с тем, чтобы людям не нужно было устанавливать никакое программное обеспечение, ни, никакое, там, ничего не скачивать, не обновлять, ни, на свой телефон тоже ничего не устанавливать. Просто добавить в нас контакт-лист uh -huh. прямо к маме. Да я и, знаю, мне приходило такое. Сообщение. И после этого подписываться на свои компании. В результате ну, мы получили такую э, огромную связь и поняли, что на самом деле мы сделали там 1% от того, что можно сделать. Потому что юристы тут же нам рассказали, что можно еще, даже сейчас с теми открытыми данными, которые есть в Украине, что сделать? Дальше мы видим уже сейчас, что можно делать дальше, продолжая открывать uh -huh, данные. Uh -huh. Причем просто находясь в рамках текущего законодательства, не, не внося никакие законодательства, а просто мотивируя министерство заниматься открытием uh -huh. данных. А послушайте, ведомства. а вот такие страшные вещи вы сказали: рейдерство, да, у нас обычно сейчас там рейдерство вспоминают в связи там с какими-то событиями, как в 90-х или там, с громкими убийствами. Говорят, вот там лихие 90-е возвращаются. А существует рейдерство по-прежнему, и это все легко. Ну, как легко, наверное, не легко, но это все возможно. Да, да, возможно, компании. рейдерство стало дороже, и поэтому сейчас рейдят уже более, скажем так, только крупный бизнес, но это, это ничего не изменилось за последнее время. И, скажем так, если анализировать количество обращение в антирейдерную комиссию при юсти которую сделали несколько лет назад чтобы скажем так вот этот вот временной э, временную задержку пока вы пойдете к правоохранительным органам и они угу. соизволят заняться вашим делом или не чтобы заняться. это да чтобы это убрать э, но количество обращений не уменьшается угу. из этого и при этом половина заявок которые поступают в эту комиссию, не принимается к рассмотрению. То есть, скорее всего, часть людей точно оказывается в той же ситуации, в которой оказались мы, и так как это, как правило, заказчики коррупции, заказчики рейдерства, это все-таки люди, связанные с коррупцией, потому что там нужно платить милиции, прокуратуре, и госрегистраторам, и судам. И то, безусловно, это все будет продолжать тормозиться mm -hmm. и продолжать существовать. Другое дело, что это там становится более, скорее всего, дороже и более изощреннее. А ваш бизнес сегодня защищен? Он в Украине, если я, если вы? Нет, готовы наш об этом? бизнес уже не в Украине, и, скажем так, что при этом мы все равно продолжаем работать в Украине и mm -hmm. проект Open Data Bot мы делаем исключительно для украинских пользователей, но безусловно. ну печальные а, данные, да, да ведь нас... вы не один такой. да, да? то есть нас... выводят ведь бизнес, правда, очень многие. да, ну это есть, это то, что называется бизнес средой, да, то есть, скажем так, в Днепропетровске бизнес средой ничего за последние там три года не изменилось. Мы... а какие особенности вообще в Днепре? мы же лидеры по всем ну вот, глядите, отрицательным если показателям с точки зрения были. открытых данных говорит, то Три месяца назад мы увидели то, что мы не должны были увидеть никогда. Мы увидели, как из единого государственного реестра компаний удаляются компании. Согласно законодательству, компания не может быть удалена из реестра. Она может быть только, ну, смеси, сменить там свой статус. Например, было зарегистрировано, стала там в процедуре ликвидации или так далее. А здесь просто, просто компании удаляются. И это было, между прочим, одна из компаний, это был рынок, рынок Березинский, захват рынка mm -hmm. «Березинский». Почему так происходит? Скрывают а вот какое-то у нас есть в Днепропетровской области, какой-то ноу-хау, которое позволит. И это вот последние, последние удаления компаний, они были связаны, во-первых, с рейдерскими захватами, во-вторых, они были связаны с Днепропетровской областью. Значит, есть что-то у нас в нашем государственном регистраторе области такое, что позволяет это делать. Угу. Что в результате получается? Люди, у которых удалили компанию, они, они не могут нормально обратиться в суд. Человек обращается, говорит, вот у меня украли компания, сейчас из нее выводится актив, а ему говорят, а вы выписку из ЕДР принесите, а, а. ее нет. А ее нету. Mm -hmm. То есть это, конечно, гениально э, с точки зрения э, качества рейдерского захвата, скажем так, э, подход, но вот вот а, такое дело не при Как с этим бороться? Есть есть Иди, то механизм? идти в комиссию, антирейдерную, идти к, не факт, в правоохранительные там... органы, то есть это ну, одной из компаний уже вернули, то есть это мы об этом написали примерно в апреле, и вот ее в июне, по-моему, вернули. Угу. То есть это означает, что люди прошли очень длинный путь по возврату. То, то есть при этом я абсолютно уверен, что к тому моменту, когда ее вернули, из нее уже вывели все активы которые были здесь, то есть вот может. вот такой вот у нас Днепропетровский скажем так, специфика, то есть это удаление того, чего не может, невозможно удалить. Вот второе, ну вот мы анализировали последние данные, но, скорее всего, в Днепропетровской области одна из самых больших долей предпринимателей, которые закрылись в связи зимой, с да, зимой, да, в связи с внесением изменений в законодательство по налогам. Для частных предпринимателей на общей системе налогообложения. То есть у нас фактически 21% закрылось. Закрыли. Есть такого друг... да. Да? почему-то в других областях такого нет. Опять-таки, почему. Я понимаю, что вопрос не к вам, да, но это вот такие наши особенности и на самом деле вот несмотря на э, хорошие тенденции да вы можете делать такой бизнес это э, ноу-хау украины последний нет не ноу-хау это ну скажем хорошая тенденция появившаяся в украине то о чем говорите вы, ведь это же печально это очень печально но это не только но, для это области, часть нашей для жизни украины. это часть нашей среды соответственно все украинские предприниматели юристы да зачем они нас используют у нас 50 тысяч пользователей. Зачем мы им нужны? У меня такое впечатление, что только больше защищаться нужно людям, да? Не развиваться и там прогрессировать, а ну, защищать. Да, безусловно. Защищать бизнес. Те ресурсы, которые компании в мире там тратят на новые технологии, да, новые да. способы маркетинга, или там рекламы, или еще что-то, да, в Украине они эти деньги должны тратить на построение какой-то системы защиты, активов и так дальше. Но ну, все это на самом-то деле заканчивается тем, что активы просто из Украины выводятся и mm -hmm. регистрируются уже не в Украине. Вот. Но это уже для крупных бизнесов. А мелкие бизнесы, да, они вынуждены постоянно проверять своих поставщиков, постоянно следить за тем, кому они дают товар mm -hmm. на предоплату. Потому что, э Отдадут и все, и не вернут. То есть, но с другой стороны, один запрос в боте, и уже видно, что у компании угу. исполнительное производство. Компания... Вот давайте на позитивном будем заканчивать, да, как буквально... наше время очень быстро уже. Да, то есть вы тратите просто 10 секунд, вводите код компании, получаете по ней полную ситуацию, и вдруг понимаете, что нет, вы этим ребятам на предоплату не будете давать товар, uh -huh. да, на, на отсрочку платежа, например, вы просто скажете нет только предоплаты. У вас исполнительное производство, нам нет смысла. Вам ну и радует то, что этого. вы сказали, что вам есть куда развиваться, еще вот вы видите ниши, да, вы видите. Мы видим то, что те есть очень большой запрос как у предпринимателей, у юристов, так и просто у общества к доступу к данным. Uh -huh. Есть какое-то движение государства, то, чтобы эти данные э, открывать. Есть, безусловно, какая-то середина между этим да, который нужно заполнять тем, чтобы эти данные доходили до разработчиков, до предпринимателей до общества в каком-то виде, в котором они могут работать угу. с ним и делать новые продукты. Не, не только по мониторингу и анализу ваших партнеров. или контроле, чтобы ваш бизнес не украли. Ну, что-то более может быть светлое. Да, светлое. Но с другой стороны, без, скажем так, без основы, без безопасности вашего бизнеса, что-то дальше развивать особого смысла Никуда. нет. Спасибо. На сегодня все. Желаю вам развития. Пусть, пусть все движется в позитивном русле, по крайней мере, да. для вас. Спасибо, Спасибо за эдит.